Количество жертв аварии в Бугульминском районе выросло до 4. Таков печальный итог аварии, произошедшей сегодня. Информация о ДТП поступила рано утром. На 330-м километре трассы Казань-Оренбург около поселка Восточный Бугульминского района произошла автокатастрофа. Водитель «Приоры» выехал на встречную полосу и врезался в прицеп грузовика «КамАЗ». На место происшествия выехали руководство ГИБДД и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причина ДТП – несоблюдение правил дорожного движения водителем легковушки. Обстоятельства сейчас выясняются. На скорую помощь поступил вызов с трассой возле поселка Восточный, это Бугульминский муниципальный район. Вызов поступил в 6:26, доезд бригадой, врачебной бригадой скорой помощи 6:38. Три смерти, сразу констатирована смерть по доезду уже бригады скорой помощи. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, доставлены в приемное отделение Бугульминской ЦРБ. Мужчина в приемном отделении скончался. Таким образом, уже 4 смерти. Женщина прооперирована и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, в реанимации. Тяжелое повреждение и брюшной полости, и сердце, большое кровотечение.